сегодня приготовил нам Куан Лекеров? Я же попросил нажимать, когда... Да ладно! Боже! Что это такое? Его уверенность, его обаяние. Для иллюзиониста очень важно убеждать. Он показал шоу, удивил, обрадовал, по настроению поднял, обаяшку. Я хочу сделать бомбезное шоу на юморе и добавить акцент на магию. Это же, ну, искусство. Вообще, для чего занимается человек искусством? Чтобы оставить след в истории. И знакомишься с людьми, опыт, что еще дает? Ну, вообще, как бы... Ну, и просто галочка, опять же, память. Телевидение меня оставит в памяти. Это же круто. Такой артистичный, такой, он знает, как себя вести на сцене. Такой харизматичный парень. Я планирую взорвать. Даже если я не пройду, но я подарю классные эмоции. Официальный партнер шоу Central AGS Got Talent – Coca-Cola. Заряди себя на весь день. Попробуй, почувствуй. На сцене Куан Лекеров. Здравствуйте. Сегодня для этого шоу я одел свой любимый костюм. Мои лучшие туфли. Дорогие. Красивые. Этот тоже. Ну да ладно. Дорогие члены жюри, у меня есть для вас сюрприз, но мы его отложим. Все интересное впереди. Сегодня с вами я бы хотел сыграть в игру на отвлечение внимания. У меня есть совершенно простой цветок. Я кладу его в клетку. Итак, я настолько сильно отвлеку ваше внимание, что вы даже не заметите, как цветок пропадет. Готовы? И для этого мне нужно что-то яркое, что-то... Магия. Так. Поднимите руку, пожалуйста, вообще. Поднимите руку, кто увидел синего Стича? Я отвлек меня ваше внимание. Поднимите руку, кто увидел синего Стича? Я двоих увидела. Конечно, все, это же синий Стич, это очевидно было. Но мне кажется, вы по-любому не увидели, как мой ассистент уже пришел и забрал цветок. Кто видел моего ассистента? Все? Но мне кажется, пропустили самое главное. Спасибо. Спасибо. Ну а теперь долгожданный сюрприз. Вообще, на русском сюрприз. На английском – «surprise», на французском – «surprise», на казахском – «тосенси». Итак, что же здесь? Это у нас туфли. Это мои туфли! Это мои туфли, подождите, туфли. Слушайте, не знаю, как для вас, но для меня это сюрприз. Честно. Сюрприз. О. Ну а теперь я бы хотел позвать на сцену своего друга, благодаря которому я прошел полуфинал. Громкие аплодисменты. Thank you.
Я не пойму, это зрители мне или тебе? Нам. Нам. Как? Честно? Я тебе скажу, как он так. Да? У вас шикарное шоу получилось. Сделать так, что все в шоке были, мы в шоке. Я до сих пор не могу понять, как, что, где внимание, откуда туфли, кто летает, это все такое. Спасибо вам за это шоу. Спасибо. Спасибо, Куа, спасибо. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.